Да. Дмитрий, вы где? Да тут, это... Далеко от дома? Да не особо. Дмитрий, скиньте адрес, и я сейчас за вами заеду. А зачем? Адрес скинь, я тебе говорю, минут 10-15 я буду. Ты куда собрался? Квартира горит, дом эвакуирован. Ну там моя мама! Мы вроде всех вывели, всех эвакуировали. Дом проверен. Какая квартира? 78! Так это она и горит. Дмитрий. Ну, успокойтесь, я вас прошу, успокойтесь. Все будет хорошо. Я просто уверен, вашей мамы дома не было. Так что все будет хорошо. Мама!